Всем привет! С вами крошка Настя. И сегодня я нахожусь снова в Overlook Bay. В прошлом видео я вам показала офигенный баг, но сейчас уже сколько времени? Уже 8 часов вечера. Я это снимаю, но я это выложу попозже потом. Короче, вышла бесплатная версия Overlook Bay. Ну, у вас она, наверное, уже 2 дня назад вышла, потому что я выложу это видео позже. Короче, как вы видите, кто не в курсе, что за баг, посмотрите мое прошлое видео, и там я показывала, как достать вот столько вот гемов, но на бесплатной версии Overlook Bay этот баг, к сожалению, уже не работает. Очень печально. Короче, ребят, сейчас на вот эти 26 тысяч гемов я буду открывать, поэтому это просто жесть, ребят. Давайте для начала покрутим колесико. Испытаем мою удачку. Посмотрим, что мне выпадет. Так, и мне выпадает 150 гемасиков. Блин, конечно, так жалко тратить вот эти вот все гемы. У меня вообще было 27 тысяч, но я 1000 потратила, потому что я купила саженцы деревьев там и посадила их у себя во дворе. Вот. О, 250 гемов. Ну, неплохо. Короче, мне в коллекцию не хватает 11 пэтов. Я хочу для начала выбить вот этого вот комоновского. Мне никак не падает ленивец. Давайте купим один бронзовый. Я очень хочу, чтобы мне выпал этот ленивец, потому что я хочу собрать всю коллекцию пэтов. Так, смотрим. И мне выпадает коровка, ребят. Она он камон, неплохо. Так, я думала, мне камон выпадет. Я, короче, буду от первого лица. Так будет прикольней. Так. Прикольно выглядит, ребят, реально. Так, открываем. Возле пэтиков заробок, может, тут повезет. И собачка. Блин. Но я хочу ленивца. Ну что, я все свои деньги потрачу на одного вот этого вот ленивца, что ли? Да ну нафиг. Так. Ну, пожалуйста, ну ленивец, ну выпади, ну ё-моё, ну прошу тебя. Ну, пожалуйста. Ну почему, ну почему? Ну мне не падает ленивец. Давайте сразу 3 купим. Хотя нет, давайте 2. Блин. Я уже 1000 баксов потратила на этого ленивца. Ну, ё-моё. Эй, а где? А что? А где оно открывается? Эй! Что мне выпало? Мне комоновская мышь выпала. Я не видела, чтобы я открывала яйцо. Не понял. Короче, ребят, сейчас я закупаю вот этих вот билет. О май гад. О май гад. Минус 20 тысяч. Офигеть. Офигеть. Это просто жесть. Просто жесть. Минус 20 тысяч. О май гад. Короче, ребята, я открыла уже много шариков, но, к сожалению, у меня удалилась запись. Я не знаю, как это произошло, но, короче, там мне выпала вот эта вот голубая единорожка. Да, сейчас мне выпал леопард. Блин, я так хотела, чтобы то записалось, но мне выпала там тупо вот эта голубая единорожка. Я просто в шоке. Короче, я сейчас продолжаю открывать их. Мне выпала лиса, которых у меня уже... Стоп, на нее 27%, вы издеваетесь? Блин, зря потрачено 1200 баксов. Я решила уже не от первого лица открывать, а у кому-то барашек выпал. Панда. Ну, прикольно. В принципе, у меня их всего 1 или 2. Ну, короче, вот у меня еще остается 4000 гемов.
О, пингвинчик, правда, у меня их уже 1000. А ладно. Блин, ребята, мне никак не падает ленивец, я просто в шоке. Почему? Вот, у девочки даже есть ленивец, а у меня его нету. Может, тут повезет? Да, наконец-то мне выпал ленивец, ура! Я так долго ждала его, я на него потратила, наверное, 1000-2, даже больше. А, наконец-то! Теперь мне не хватает 8 пэтов. Так, ну, я пойду потрачу вот свои 3000. Так. Ну. Ну, вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И мне сегодня выпала такая единорожка. Как жаль, что не записалась на видео. Ладно, всем пока.